К слову, как рассказали в международном пресс-центре МКР Медиа, в мэрии сейчас разрабатывают проект о включении территории парка Зеленого острова в состав особо охраняемых природных территорий. Правда, с оговоркой, что вести там капитальное строительство все равно будет можно, но не развлекательных объектов, а спортивных. Статус природоохранной зоны регионального значения получит и урочище Екатерининское, которое расположено в Тарском районе. Напомню, мы уже неоднократно рассказывали о бесконтрольных вырубках на севере области, в том числе и непосредственно возле населения. Цель создания этой территории – это сохранение реликтового соснового бора. А это будет, если особо охраняем природную территорию, там уже будут ограничения определенные наложены на эту территорию. Вот. И это уже будет тогда, ну, я думаю, что сохранится территория, хотя хоть что-то из там еще осталось.